Да? Давай, котлетку тебе дам, горяченькую. Салат. Держи. Спасибо. И курочки еще. Подожди, салат, салат. И детям дайте. Пожалуйста. Побольше. Вот и салатик. Ела кебаб по-адански? Да. Держи, прямо как в Адане. Спасибо. Витамины? Спасибо. Пожалуйста, тебе без жира, у тебя холестерин. Вот так. Спасибо. Давай. Спасибо. Да благословит вас Аллах. Аминь. Спасибо. Давай, бери. Спасибо вам большое. Приятного аппетита. Спасибо. Возьмем. Детям побольше. Давай, иди сюда. Шакире, ты опять тут? Я тебе уже две тарелки дала. Клянусь, это дочки моей заловки. Ну, конечно. На какой круг пошла? В марафон по Евразии бегаешь? Кыш-кыш-кыш. Эргин. Спасибо. Следи, кто сколько раз подошел. Смотри, лишнего никому не давай. Как скажешь, Гюли. Шок предложения. Султан, султан. Гюлиндам. Что такое? Гюлиндам. Гюлиндам, это твое? Ну-ка. Ну и кто же это потерял, интересно? Блестящая, красивая какая. Не знаю. Ты же такое покупаешь. Я подумала, стразы. Нет, нет, это дорогое. Дай посмотреть. Дай взглянуть. Нет, сестра, это стразы. Кто-то из местных обронил, наверное. Дай мне, я найду. Султан. Дай. Мама. Мам, я к Фелис. Там девочки собрались. Иди, иди. Хорошо. Пока. Гюлиндам. А что, если это твой богатый? Султан, а вдруг большая беда грядет? Ой-ой-ой-ой-ой. Типун тебе на язык. Ты что, Гюли, какая беда? Погода славная, птички поют, солнце светит. Спасибо. Султан, они меня вчера домой увели. Вдруг, когда я заснула, они, ну, того. Фират, это Фифа. Вдруг они занялись. Гюли, Гюли, ты бредишь. Прекрати немедленно и успокойся. Султан, ты же еще не свекровь, а уже бабушка. Что ж творится-то такое, а? Что творится? Тихо, Гюлиндам, тихо. Спасибо. Добрый день. Это ресторан Нас, я туда пришла. Вы бронировали? Я не есть пришла. Приведите мне Нас. Ее нет. Фират тут? Вы по работе? Кухня снизу, но шефа нет. Приходите позже. Какой работе? В смысле? Женщина, поймите, мне работать надо. Зовите начальство. Если стол свободен, я буду ждать тут. Женщина, не стоит. Вы что, меня тащите? Прошу уйти. Уйти? Не трогайте меня. Прошу уйти. Не трогайте. Я закажу. Может, я закажу. Отпустите меня. Вот хам. Так вы хотите, женщина? Какая вам разница? Войду поесть. Что вас не устраивает? Этот ресторан не для вас. Идите дальше, в другие. Идите. В смысле? Вам мой вид не по нраву? Не кричите у входа, женщина. Я вам покажу, не кричите. Стоять у входа научили, а человека из тебя не сделали. И крохи от вас не надо. Уходите, женщина, полицию вызову. Нахал бесстыжий. Что, я слишком бедная? Не то, что ваш босс. Что происходит? Здравствуйте, Хазим, здравствуйте. Ему здравствуйте. А меня за дверь выставляешь. Вот как значит. Все понятно с тобой. Простите, нас тут нет. Эта женщина ломится внутрь. Перед ней извиняйся, а не передо мной. Простите. Я слышал ваш разговор. Тебе должно быть стыдно. Извинись перед ней. Не нужны мне его извинения. Прошу, проходите. Ни за что. Ноги моей здесь больше не будет.
Женщина, вы в порядке? Да. Простите за произошедшее. За что вы извиняетесь? Он не виноват. Он делает то, что должен. Я на него накричала, но его туда поставили. И заставили не пускать таких, как я. У него работа такая, что поделать? Поверьте мне, я лично знаю владелицу. Мне не нужно знать человека, чтобы увидеть, что у него внутри. Как зрелость дыни. Определяешь по запаху. Так что не беспокойтесь. Знаю я и хозяйку эту, нас. Нас? Не пойму, что с ней случилось. Да ничего с ней не случилось. Надеюсь, ей не случится. А не слишком ли вы предвзяты к тем, кого даже не знаете? Для меня важно то, каков человек изнутри. Человек, чье сердце открыто, знает, кто прав, а кто нет. Но одежда — это всего лишь вещь. Сегодня она есть, а завтра нет. Я не люблю тех, кто судит людей по одежке. В общем, пусть у нее и ее семьи все будет хорошо. Но пусть она держится подальше от моей. До свидания. Если хотите, я могу вас подвезти. С чего вдруг? Ну, вам плохо, я это вижу. Я в порядке. Не беспокойтесь. Для вас наверняка столик забронирован. Идите, пусть вас эти пугало у входа встречают. Нашла ее? Не нашла, Гюлендам. Понятно тебе? Султан, да чего ты кричишь? У меня для тебя новости. Слушай, если ты опять катастрофу придумала, с меня хватит. Говори, что хочешь. Я тут вот о чем подумала. Что, если жалобу на кафе подал доктор? Но доказательств у меня пока нет. Буду расследовать. Пожалуйста, дайте мне терпение. Султан, молись, чтобы кафе открыли. Как еще по долгам платить? У нас же ипотека. Гюлендам, я тебя сейчас прибью. На улице ни с чем останемся. Соберем вещи и в лесу дом построим. Потеряем то единственное, что я купила на деньги отца, Гюлендам. Как же это страшно. Это сейчас деньги хорошие. А когда выпадет снег и придет зима, замерзнем насмерть в горах, а наши трупы съедят волки. Султан, ты же меня знаешь. Я говорю о плохом, чтобы порадоваться, когда случится что-то хорошее. Так рада с ней. А ты неисправима.